Договор скреплен подписями. Сегодня в администрации региона заключено официальное соглашение о строительстве в Волгореченске завода по производству буровых установок. На Костромскую землю придут американские инвестиции. Завод построит компания «Варка», мировой лидер по выпуску оборудования для нефтегазовой промышленности. Переговоры о строительстве завода в Волгореченске продолжались около года. На начальном этапе реализации проекта инвесторы вложат 3 миллиарда рублей. На новом предприятии создадут около 200 рабочих мест. Костромская область готова обеспечить потребность в кадрах. Уже сегодня компания «Варка» ведет переговоры с учебными заведениями Волгореченска о профильной подготовке специалистов рабочих профессий. Ожидается, что средняя заработная плата на новом заводе достигнет 28 тысяч рублей. Сегодня система образования, в том числе система подготовки профессиональных кадров, она идет не впереди, а подтягивается, по сути дела, за экономикой, подтягивается за теми предприятиями, которые приходят в регион. Поэтому будут востребованы кадры, я убежден абсолютно, появятся у нас и рабочие руки, и новое знание, новое умение управлять таким серьезным предприятием. Костромская область, ну, с точки зрения логистики, очень, очень хороша тем, что здесь есть федеральные дороги, есть река Волга, и поскольку мы будем привозить наши комплектующие из-за границы по Волге, это для нас как раз очень удобное место.